Хорошая традиция. В канун праздника вручили награды тем, без кого уходящий год просто невозможно представить. Государственные гимны звучат в честь тех, чей вклад в социально-экономическое развитие республики был особенно заметен. Здесь собрались те, кто имеет огромные заслуги перед Чувашской республикой и перед Российской Федерацией. Те, чьи трудовые достижения и героические усилия на профессиональном поприще являются примером для молодого поколения. Выражаю искреннюю благодарность вам за плодотворный, созидательный труд, за преданное отношение к своему делу, за любовь к своей стране, за выдающиеся результаты, которых вы добились. Сразу 4 человека получили медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В числе награжденных и заместитель начальника центра ГИМС МЧС России по Чувашской республике Андрей Барабанов. Это подтверждение, наверное, тому, что, наверное, эту жизнь, на эту жизнь я проживаю не зря. И, наверное, еще есть потенциал, который нужен моей стране, моей России. Виталий Иванов отмечен медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой за свой труд, монографию «Чуваши». Почти 7 лет он работал над этим проектом. Я испытываю большое чувство удовлетворения, счастья. Я рад за своих коллег, с которыми вместе работал над проектом, большим проектом, это монографии «Чуваши». Мы убедились сами, убедили и московских наших коллег, что можем работать на высоком академическом уровне. Вот это очень важно. Всего заслуженные награды получили 50 человек, внесших заметный вклад в развитие нашей республики и страны в целом. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.